Всем привет, ребят! Сегодня хотел бы вместе с вами распаковать и посмотреть на свой новый штатный зум-объектив с диафрагмой 2.8. Я 6 лет пользовался Tamron 2875 2.8 первого поколения, но пришло время его обновить и взять что-то другое, что-то новое, что-то интересное. Тем более, тот Tamron A7R5 не разрешает, да и в принципе он уже так подустарел, так скажем. Поэтому я его продал на этой неделе и взял себе другой объектив. Вторая камера достаточно широко берет, потому что на ней стоит Sigma 16-28 на 28 миллиметрах. И на основной камере стоит 35-ка 1.8. У меня был выбор, по сути, между двумя объективами. Это Tamron 2875 G2 и Sigma 24-70 2.8 второго поколения. Но так как Sigma достаточно дорогая все-таки, потому что там переплатить придется 40 тысяч, я что-то подумал, что нет, не хочу я Sigma, я уже привык к Tamron и взял Tamron 2875 G2. К тому же с этим объективом я уже работал, я делал на него обзор и представляю, что это за стекло такое. И сегодня мы на него посмотрим с вами, потому что это теперь мой объектив. Вот такую инструкцию даже к камерам не кладут, это офигеть какая здоровая инструкция. И здесь должен быть чек. Да, так и есть. Чек от 31 октября 2024 года. Здесь я поближе покажу. Чек на сумму 60 тысяч рублей. Мне этот объектив вышел новый, 60 тысяч рублей. Я его купил в магазине «Бутик фототехники». Ребята, как обещали мне, мы с ними помирились, если вы не в курсе. Если вы не смотрели ролик про финал всей этой истории. И они, как обещали, сделали мне очень хорошую скидку. 60 тысяч, я считаю, это просто великолепная цена за новое стекло такое. И к тому же они делают скидки всем моим подписчикам. Вы просто говорите, что вы подписчик канала From Photo to Video и покупаете у них что-то со скидкой. Несколько человек мне уже написали с благодарностью, типа: «Антоха, блин, спасибо, реально». Короче, купил у них камеру, объектив, они, говорят, сделали скидку хорошую. Так что, если не боитесь у них покупать, я, опять же, никого не призываю там покупать где-то, а где-то не покупать. Если не боитесь покупать в бутике фототехники, будет вам дополнительная скидочка. Если скажете, что вы с канала From Photo to Video, естественно. Подписчик канала From Photo to Video. И давайте посмотрим на сам объективчик. Я когда делал на него обзор, он был в пленке, поэтому тактильно я не мог потрогать корпус, вообще пощупать его. И вот сейчас, наконец-то, первобытный объектив могу пощупать. Так, что тут крышка куда-то вместе с блендой снялась. Ну, объектив новый, тут без каких-то вопросов. Все вообще в идеале. Единственная претензия у меня к Tamron, вот к этому, единственное, что мне в нем не нравится, это то, что при зумировании уезжает вот эта линза. То есть она не наглухо там зафиксирована, как у Sigma 24-70. Вот это мне не нравится, потому что из-за этого объектив набирает очень большое количество пыли. У второго поколения Tamron даже крышка чуть пониже, потому что у первого она была очень высокая. И если сравнивать с родными соневскими крышками, вот этими задними, то там разница прям в полтора раза. Я помню, что у этого объектива, да, намного меньше выезжает хобот. К сожалению, не могу вот так сразу вам показать, сравнить это с первым поколением, потому что я уже его продал. Но я говорю, отдельный видос у меня есть, проходите, смотрите. Там я все это показывал. В целом, не хватает, конечно, переключателя AF-MF вот здесь на корпусе, потому что это достаточно удобная штука. Есть эта программируемая клавиша, есть порт Type-C для обновления прошивки, подключения к приложению тамроновскому. У них также есть у Tamron еще мобильное приложение, но оно, к сожалению, только для Android. Для iPhone они его не делали, возможно, сделают, потому что сейчас на iPhone есть USB-C на новых iPhone. А так, объектив как объектив. Для меня это штатник. Я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что я этим объективом зарабатываю деньги. Есть объективы для души, есть объективы прикольные, которые вам дают какой-то интересный рисунок. Это стекло в основном для коммерческой работы. Поэтому, как первый Tamron 6 лет отработал и был успешно продан, он у меня был в идеальном состоянии, так и это стекло, я надеюсь, что будет работать и приносить мне удовольствие от работы и делать отличные кадры. Вот мне очень нравится, что хобот не так сильно выдвигается, как на первом Tamron. Это очень хорошо. Посмотрим, как он в работе, протестирую. Если еще будут какие-то моменты, обязательно расскажу отдельным видосом.
Вот такой теперь у меня новый штатничек. Конечно, хотела Sigma по определенным моментам, как я уже сказал, но переплата слишком большая. И лучше на эти деньги я просто возьму ZV-10 третьей камеры, потому что она мне действительно нужнее. Как только вот продам AD600 вспышку, сразу прикуплю себе ZV-10. Вероятнее всего там же в бутике фототехники, потому что они реально делают классную скидку. Я говорил неоднократно, ребят, что и вы, и я пойдете покупать технику туда, где она дешевле. Если это новая, конечно, техника. Поэтому я поступаю так же, как и вы. Напоминаю про скидку для подписчиков канала From Photo to Video. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Увидимся.